Все. Все, ресет. Все, ресет. Блять, даже не дали шансов никаких. То есть нет шансов никаких ничего сделать. Ай, бля, ну и срань. Отличная игра, не правда ли? Просто встал, не в тот пиксель, все, пошел нахер. Как вот я, как я должен по версии разрабов спасаться из таких ситуаций? Никак. Лучше бы в Вайсити залипал, чем в черепах, да, Балтика? Правильно говорю. Правильно говорю. Я помню, как мы пытались в детстве играть в Вайсити. Какие-то там миссии были просто отвратительные. Нам просто не хотелось в это играть. То есть срань, которая выглядит как игра для детей. Типа вот мы такие молодежные, модные. Серьезно, я в детстве Vice City не проходил. Сан-Андреас я где-то под конец забил проходить. Да потому что нахер надо. Нахер надо это говно проходить. Ну последнюю GTA я видел, как проходили, там вроде прикольно. К пятой части уж сделали что-то похожее на игру. Видали, сколько одна ракета отняла? Все, это смерть. Можно, в принципе, сначала начинать. Ладно, попробуем спастись. Так можно, нихера себе. То есть вы поняли, да, вот так надо было проходить по версии разраба. То есть идеально по пикселю, идеально по пикселю, идеально по пикселю, идеально по пикселю. Да какого хера, блин? Не хочу здесь терять жизнь. Короче, там еще конец игры дурацкий. Сатира это может и доставляет. То есть это как cannon fodder. Для меня реально GTA это как cannon fodder. То есть бесполезная игра, которая как бы... Которая почему-то стала популярной. Которую даже можно пройти. Но которую проходить нет смысла вообще никакого. Ой. Начинаем заново. Ну а чё, какой смысл не начинать заново? Короче, мне кажется, не пойду сегодня. Я прошел больше половины игры. Ну там все попиксельно. Там все попиксельно. То есть надо знать, с какого пикселя куда летать. Встал не тот пиксель, все сгорел за секунду от огнемета. Забыл, что там чувак. Пошел нахер.
Conan Fodder. Я уже забыл, где там была эта подлая пушка. Да, меня бесит всякие любители. Вон есть чувак, который там дохера видосов по Амстраду запилил. Ну, как бы не скажешь, чувак делает хуёвый контент, но... Смотришь на его видосы, он там, ой... Тут я нихера не могу пройти, поэтому я юзаю Safe State, но эта игра великолепная, great game, amazing game. Похер, никто никогда ее не проходил, и ты не можешь. Похер, great game. Гектора забудь. Не надо в это играть, Гектор. Conan Fodder — это пример очень херовой игры, которая почему-то стала популярной. Ну там вроде как, если дойти до середины, дальше все попроще будет. Нахер надо. Да какого дьявола? Да ну что? Ну почему оно не взрывается? Ну давай пройди первый GTA, давай. Посмотрим. Нормально. Нормально, а не взрывом машин. И не продажей машин. Давай пройди нормально. Вот Раф пытался. Ну я тебе говорил, Рафшут, я не знаю, что ты там хотел от Rolling Thunder получить. Такое признание вечной любви от него. Не знаю, Раф. Я тебе сказал, что ты хер бы пройдешь, а ты меня не слушал. Ну так я ж про первую. Понятно, что все остальные лучше, чем Conan Fodder. А первый GTA там проебал миссию. И все, больше миссии не предложат. Прекрасно же, да? Ох, помню, как мы играли в героев четвертых, там что-то пытались изобразить, типа, о, там якобы, вот якобы природы можно победить смерть, блять, в четвертых героях. Ага, конечно. Ну можно, конечно, если за смерть еблан играет. Или если ему прям совсем жестко не повезло с картой. Да ёб твою мать, блять, ну что за говно? Наверх ползи. Бля, как, какое это сложное место, пиздец. Надо задамажить строго определенное количество врагов. Найдешь нахуй. Ну как видишь, нет. Ну, четвертые герои, они прикольные технологически, но... Все герои по балансу никакие, то есть...
Сколько этот ход у они балансе? И то там все равно есть ограничения на то, как можно играть. Игру типа героев вообще невозможно сбалансировать. Не сказать, что это плохо. Ну просто это факт. Просто это ёбаный факт. Вот теперь я взял лазер, могу стрелять. Видишь, Раф, метроидная игра. Буду надо рекламировать смазку для горла. Уж я не знаю, как так можно болтать столько времени. Мне понравились вторые герои, на самом деле. Они клевые. Понятно, что... В каком-то балансе там говорить сложно. Побили больно, а? В пятых мы тоже, помню, играли. Да блин, оно все нравится тебе, если ты просто играешь. А если начинаешь играть соревновательно, то получается, что этот замок говно, этот замок говно. Давайте попробую это пройти бессмертие. Я не знаю как. Ну, как-то вот так, наверное, да. Бля, не добежал просто один, блядь, миллиметр. Пиздец, пару кадров просто не добежал. Какая отвратная игра, ужас просто. Какая отвратная игра, кошмар. Один миллиметр меня не простило. Вот Балтика будет первым в мире, кто пройдет Сетлерс 1. И то, если пройдет. Так, ладно. Ох, я даже не получил пизды. Но здесь вот получил. Видите, как много отнимает этот огонь? Что жопа. Просто пиздец, жопа, сколько этот огонь отнимает, блин. Ну все, видимо, я не пройду опять, да? Да, все остальное по сравнению с этим огнем ничего не отнимает. А, тут похер. Весь хил.
Вот пиздюлей получил. Ах, ты подал Эшпель? Ну, конечно, я слышал, да. Это не мой любимый микс кеймовский. Ах! Ох! Ах! Ох! Ах ты подлый Эшпель, ля-ля-ля. Тролль. А, это вообще шедевр. Так. Здесь вспоминаем, что сверху. Так вот. Ну пиздец тут. Интересно, мне вернут? Не знаю, как здесь проходить по-нормальному. Видите, сколько жизни отнимает? Но я не понимаю, как мне тут играть, у меня жизни нет. Мда, жизни нет, пиздец. А как я должен проходить игра? Только если там что-то будет дальше. Ну да, там что-то будет, это определенно. Там что-то будет, это определенно. Фух. Так. Так, где еще? Как он там летает? Ну, непонятно, как он там летает, честно говоря. Это вот так вот. Блин, ребята, потни на пиздец. Работай. Ай. Фух. Эх, поднима ебаная. Фух, чё, всё? 4, 3, 2. Родина, мать его. Это говно. Фух. Press fire to play again. Вот такая метроидная игра. Ну, то есть что, мы находим костюм, который помогает защититься от радиации. Мы находим летающие штуки для него.
чтобы он летал. Мы находим выстрел, чтобы он мог стрелять. Мы находим там анти что-то там. И находим бомбу, чтобы пройти игру. Оно вышло одновременно с Метроидом. Ну, не знаю, что ему поставить. Голосуйте, пока я чай себе делаю. 10 игр на Амстрад уже набралось. Все, пойду сделаю чай. Перейду, поставлю оценку.